Програма «Я тут живу» триває, друзі, і зараз я хочу нагадати вам, що ми з вами живемо в місті добра. Але, як звісно, добро не виникає із нічого. Його треба створювати. А хто створює добро? Звичайно, люди. І у нас сьогодні людина, яка створює добро. Аркадій Суров, поет, добрий чарівник, философ. Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. Я сказала нашим телезрителям, что добро из ничего не возникает, его нужно творить. А вы один из тех людей, которые творите добро. Добрый волшебник. Аркадий, будьте добры. Трудно быть добрым волшебником в сегодняшнем времени. Я стараюсь. В любом времени, собственно говоря, трудно быть добрым, потому что время серьезно. И да, сейчас немножко сложнее, но надо стараться, надо не заводиться, надо понимать, что агрессия навязана нам. Разделение навязано нам, столкновение навязано нам. Нам нужно быть добрее, нужно смотреть в глаза людям. Там добро и находится. Там добро и находится. Его надо оттуда извлечь, примешать своего, будет счастье. Друзья мои, вот смотрите, сейчас Аркадий говорит, нужно смотреть друг другу в глаза. Мы смотрим вам в глаза. Вы смотрите нам в глаза. И вот чувствуете, уже это добро побежало от сердца к сердцу. Правда, Аркадий? Оно уже побежало. Если люди раскрывают сердца друг другу, неизменно они сталкиваются с добром. Конечно, но потому что в глубине человек, он светил. У него дети, у него родители, у него дом, у него любовь. Откуда взяться злу? Зло нужно создавать. Добро, оно изначально находится в человеке. Его нужно просто оттуда вытянуть. Я неправильно, значит, сказала вначале. Я сказала, что добро нужно создавать. А оказывается, добро заложено уже в людях. Друзья мои, добро не нужно создавать. Оно есть в нас всех. Аркадий, вы не только добрый волшебник. Вы еще и поэт, который пишет добрые стихи. Сейчас я прочитаю добрые стихи. Глаза в глаза, Аркадий. Глаза в глаза. Как хорошо, что мы живем на юге. На юге солнце жарко, и подруги стройные, загорелые, и в атаге мальчишек в теплой речке моют ноги. Зимою мы не мерзнем, так прохладно. Наш снег снежочек. Падает парадно, лежит всю ночь, к утру же смотрит бледно, да изредка бывает гололедно, а наше время, безусловно, лето. Пора стриптиза и кардебалета, мы так раздеты, что листок салата, надетый на нас смотрится сердито. Так приезжайте к нам, когда теплеет, когда все шелестит и зеленеет, и места нет унынью и тоске. Мы вас обнимем прямо на вокзале, тихонько спросим, сколько денег взяли, и искупаем голыми в реке. Здорово. От вашего стихотворения, Аркадий, веет жаром лето, веет любовью наших жителей города Николаева, а главное, веет добром. Хорошо, летом у нас хорошо. А что делать зимой? Грустить? Зимой нет, не надо грустить. Зимой надо радоваться тому, что наступают новогодние праздники, природа меняется, снежочек падает, да, и тоже нас радует. Всякий сезон, он же ведь красивый. Нужно только открыть себя навстречу красоте. И красота войдет в тебя. Войдет. Стихотворение о красоте. Навскидку. О любви такой, Олеть. Ах ты, степь моя, покрытая снегом, ах, головушка белесая с краю, с
Скоро лето снова встретится с небом, скоро чайки на волнах заиграют, отпущу я капитанские бачки, заведу усы, надену тельняшку, вслед мне будут улыбаться рыбачки, и одна окликнет: «Здравствуй, Аркашка», я отвечу ей: «Лихой и веселый, засмотрюсь на загорелые руки, будет пахнуть край цветного подола морем, рыбьей чешуей и разлукой. Мой баркас уйдет в открытое море летним утром со звездой и туманом. Я в глазах ее останусь героем, настоящим боевым капитаном». Аркадий, а знаете, что я заметила? Ваши стихи, они очень авторские. Они... Вот я бы, может быть, захотела прочесть ваше стихотворение «Я», но в моем исполнении они бы не были столь искренни. Как вы думаете, почему? Наверное, потому что мне не хватает вашей искренности. Я раньше даже переживал на эту тему, потому что, ну, мне часто говорили, что вот при прочтении с листа что-то теряется, когда ты читаешь вслух сам, то лучше, получается лучше. Я думал, мне не хватает знаков там, ну... Потом я успокоился, я понял, что это, ну, это... Просто я вкладываю сердце, когда читаю. И мне очень часто говорят, когда мы читаем с листа, мы слышим твою интонацию. Ну, я перестал об этом переживать. А почему так происходит? Ну, умею читать, ну, отдаюсь этому, да. И мне кажется, знаете, телезрители, еще почему стихи Аркадия Сурова так западают в душу? Потому что он добрый волшебник, правда. Настоящий добрый волшебник. И у вас сейчас есть совершенно уникальная и потрясающая возможность посмотреть доброму волшебнику в глаза, загадать желание, и оно сбудется. Аркадий, посмотрите, пожалуйста, телезрителям в глаза. Они смотрят в глаза вам и загадывают желание. Как вы думаете, о чем сейчас думают наши зрители? Зрители всегда думают о любви, о том, чтобы у них все получалось, о том, чтобы происходили маленькие, но их настоящие личные чудеса. Пусть у вас все произойдет, дорогие мои. И действительно, теперь, телезрители, вы можете не волноваться, потому что все ваши добрые желания обязательно сбудутся. Это нам, это наш вам такой маленький подарок. Потому что если мы не будем друг другу делать подарки, то и жизнь наша станет беднее, и какой-то она потеряет краски, да, Аркадий? Ведь подарки – это не только дорогие какие-то вещи или что-то еще, а вот настоящий подарок, на ваш взгляд. Подарок, да, это добро, это доброе слово, это немотивированное, есть такая практика, немотивированное добро, когда совсем, ну, что-то нехорошо на душе, нужно выйти на улицу и найти кого-то и помочь ему, причем быстро убежать. Ты что-то отдашь, он не должен ожидать этого, ожидать он не должен. Тогда оно по-настоящему, он удивится, обрадуется, но быстро нужно убегать. Интересно, это есть такая философия: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Ну да, нужно, да, такое есть, это вот, ну, отдача, да, то есть люди, сидящие на отдаче, они отдают, и у них сзади притекает, и все время меняется, оно меняется, и... Человек чувствует себя свежее. А человек, который сидит на приеме, он все время берет, и он потом этим дышит, но оно у него не свежее. Ну, разные люди есть, да, люди выбирают разные пути. Я выбрал отдачу. А вы знаете, все люди стремятся к счастью, все люди стремятся к добру, все люди стремятся к любви и ищут чего-то невозможного, заглядывая куда-то вдаль за горизонт. А жизнь... Простая жизнь, которая, в принципе, и есть настоящей жизнью, она проходит здесь и сейчас. Телезрители, вот мы сейчас с вами живем здесь и сейчас, чтобы здесь и сейчас было хорошо, Аркадий. Нужно научиться видеть это здесь и сейчас. А как? Нужно не перемещать счастье, нужно не ждать счастья, нужно его создавать, потому что... Каждый,
Каждый солнечный луч, который ты увидел искренним светлым взглядом, он – это счастье. Каждая протянутая рука, которую ты протянул человеку и помог ему там подняться на ступеньку или поднес ему сумку, это счастье. Вот счастье из этого состоит. Вообще оно плохо сочетается с материальными, с материальным достатком. Плохо сочетается, но не очень. Вот. То есть, вот, поэтому нужно каждый день стараться рад. Ну, что значит нужно? Человек, ну, если вы будете стараться радоваться каждый день, то у вас будет, собственно, хорошо на душе. Это нужно вам. То есть вы, как добрый волшебник, можно сказать, что как сказочный доктор, вы прописываете людям, знаете, как микстура, принимать 3 раза в день. Микстура радости принимать 3 раза в день. Может быть, больше, может быть, меньше. Сколько может пропишите? Быть больше, может быть меньше. Знаете, от радости можно тоже немножко переесть, можно радости. Вот, поэтому, знаете, вот простой человек, человек реальный, он, у него есть ресурс, который он, ему нужно заполнять светом. И этот свет, он исходит из мира. И если он его не замутняет какой-то, какими-то отрицательными эмоциями, там, жадностью, там, злобой, он в него и так идет. Ему нужно просто улыбаться и принимать это все. А сколько кому нужно, ну, сколько кому нужно, каждый чувствует сам. 3 раза в день по чайной ложке. 3 раза в день по чайной ложке после еды. И перед сном еще дополнительная чайная ложка. Аркадий, и тогда, пожалуйста, будьте добры, стихотворение на закуску. Так нахально и так внезапно пожелтели вокруг деревья, так бессмысленно и жестоко приближаются холода, так же вдруг виски побелеют, и в тоску обмакнувши перья мне напишут друзья к юбилею, отказавшись считать года, осень сыплет листвой на землю, и земля, обжигаясь, плачет. Это просто умерло лето, это просто осенний сон, улетают в Африку птицы, застывает солнечный мячик, и забытый на мокрой скамейке плачет заинька под дождем. Но туман над рекой стелился, и горели костры из листьев. И чтоб знала ты, как я близко, как тебя я люблю и жду, я путем колдовства добился, чтобы ты всегда веселилась. И букет хризантем гигантских нарубил в соседском саду. Аркадий, спасибо большое за ваши стихи и за ваш потрясающий рецепт. Телезрители, я думаю, что вы запомнили. Радости по чайной ложке 3 раза в день, и все будет хорошо. А у нас сегодня в программе «Я тут живу» был наш гость, поэт, добрый волшебник и философ Аркадий Суров. А программа «Я тут живу» продолжается. Мы все с вами тут живем.